Добрый вечер, друзья. 20 часов. Мы в студии Первого социального радио. Сегодня суббота. И, как всегда, в субботу у меня гость на передаче, гость в студии, гость, с которым вы уже знакомы, известный в нашей стране, и не только в нашей стране, физиотерапевт, который сопровождает сборную Израиля, а в свое время сопровождал сборные Советского Союза, который вместе со сборными 6 раз побывал на олимпийских соревнованиях и 34 раза участвовал в первенствах мира вместе со сборными. И он уже бывал у меня в передаче, он уже рассказывал чуть-чуть ко мне, Максим. Его зовут Максим, фамилия Бурман. Еще 2 слова о нем. Вы сможете найти, в общем-то, информацию о Максиме в нашей предыдущей передаче. Я обязательно дам линк на эту предыдущую нашу передачу, чтобы вы могли познакомиться с ним. Ну, и сейчас мы начинаем новую передачу, прекрасную, замечательную. Меня она очень интересует. Я думаю, что она интересует не только меня, эта тема, а очень многих моих слушателей. Тема нашей сегодняшней передачи — здоровье детей и физиотерапия для детей. Физиотерапевт расскажет, Максим Бурман расскажет нам о том, как он может, во-первых, какие бывают проблемы, стресс, что такое стресс у ребенка, откуда он берется, как он возникает, как с ним бороться и как он может... Он, физиотерапевт, может помочь выйти из этого состояния ребенку. Ну, я так думаю, что здоровье наших детей – это одна из самых серьезных тем, самых животрепещущих тем. И я думаю, что так же, как и мне, вам будет очень интересно послушать Максима. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Как вы поживаете? У нас уже прошло, наверное, 2 месяца с тех пор, как вы побывали у нас, да? Да, прошло 2 месяца, и все, слава богу, очень хорошо. Я как бы уже по некой традиции хотел бы, поскольку это не первая наша встреча, и надеюсь, что не последняя, я хотел бы поблагодарить Первое социальное радио и лично вас, Сергей, за мое приглашение сюда и возможность высказаться по таким серьезным проблемам. Сегодня мы как раз будем в некоторой степени продолжать тему, которую мы... Маленький, да, но все-таки цикл передач, который мы назвали «Стресс», что это такое, как с ним бороться, как он протекает и какие могут быть последствия, и самое главное, как выйти из него. И мы говорили в первую нашу встречу о том, что влияние стресса на взрослых, и расстались на том, что мы пообещали с вами, что мы нашим слушателям и зрителям вернемся, продолжим эту тему, расскажем о стрессе у детей. И поэтому позвольте мне, значит, с этого начать или продолжить? Скорее всего, продолжить. Мы говорили с вами о видах стресса в прошлой нашей передаче у людей, вообще у взрослых и у детей. Но есть разница между взрослым человеком и ребенком, и, наверное, и виды стресса бывают у детей, ну, чем-то отличающиеся от тех видов стресса, которые бывают у взрослых. Расскажите, какие стрессы могут встретиться у наших с вами детей? Во-первых, мы должны понять, что детская психика – это совсем не одно и то же, что взрослая психика. Естественно, она не сформировалась или только начинает формироваться. Она совершенно неустойчива, и все зависит от того, как мы будем ее формировать. Вот сегодня мы как раз об этом и поговорим. Вообще, я должен сказать, что само понятие стресса, мы все время апеллируем к понятию стресса, а мне бы хотелось, я думаю, что многие не знают, что в переводе вообще с английского языка слово «стресс» означает давление или напряжение. Сам перевод говорит о том, что это, в общем, большая нагрузка и на организм в целом, и на психику, и на соматику ребенка. Теперь, значит, отвечая на ваш вопрос. Дело в том, что давайте будем говорить, остановимся на 2 типах стресса. Это психологический стресс и токсический стресс, что тоже очень важно. Ну, давайте, значит, по очереди. Все-таки, что же такое психологический стресс? Чем он характерен?
Есть тоже несколько понятий. Наверное, следует отметить, что есть еще стресс мышечный, соматический стресс, да, стресс тела в целом, стресс какой-то части тела. И они все взаимосвязаны друг с другом. Да, они все обязательно взаимосвязаны, потому что одно из моих любимых, так сказать, изречений – это о том, что часть не может быть здоровее целого. И это правда, это верно, хорошая мысль. Много-много лет известно, и нужно всегда об этом помнить. Так вот, по поводу психологического страха. Дело в том, что детям, если мы хотим понять, что же с нашим ребенком происходит не так, мы должны за ним понаблюдать. И одна из разновидностей – это эмоциональная неустойчивость. Что это значит? Это значит, что наш ребенок беспричинно начинает плакать. У него повышенная раздражительность, у него беспокойство. Он не может найти себе места. И подчас это не связано с его просто капризностью или избалованностью. Мы должны это тоже разграничивать и посмотреть за ним, понаблюдать и понять, что если это действительно продолжается, то, наверное, что-то здесь более серьезное, что он не требует у нас пятую или шестую глиду сегодня, а просто что-то с ним не так психологически. Бывает очень простое объяснение. Он ударился, у него пальчик болит. Да, это само собой, но для нас это очевидно. Он ударился или он сказал, что он ударился. То есть мы выясним это, да? Мы выясним. А есть вещи более глубокие, эмоциональные совершенно верно, которых ребенок или не знает, или не может объяснить, что с ним все-таки происходит. Об этом тоже нужно всегда помнить. Кроме того, есть еще одна из причин – это вегетативная неустойчивость. Вегетативная неустойчивость при вот таком, казалось бы, сложной формулировке, на самом деле ничего тут страшного нет. Это всего-навсего покраснение или, наоборот, бледность кожи, колебания артериального давления. Обычно это происходит в сторону гиподинамии, то есть уменьшается давление. Реакция на атмосферное давление. Допустим, если мы видим, что сегодня сильное атмосферное давление, или собирается дождь, или тучи, значит, сгущаются. Или просто меняется. Или меняется, погода, совершенно да. Верно. Да, вот это вот пограничное состояние, когда еще, так сказать, хорошая погода не ушла, а плохая еще не началась. Очень часто взрослые это чувствуют на себе, но никто не хочет понять, что чувствуют не только взрослые. Все чувствуют. Все чувствуют, одни более. Ну, для взрослых вроде понятно, там человек что с ребенком может быть непонятно, да? Совершенно верно. А на него так же действует, как и на взрослого. Даже подчас больше, потому что взрослый может контролировать себя и может как-то свою психологическую устойчивость или неустойчивость немножко скоррелировать, а ребенок не знает, что с ним происходит, и поэтому нужно всегда внимательно за ребенком. Это тоже одна из причин стресса. Совершенно верно. И довольно серьезная, между прочим. Теперь дальше, о чем я бы хотел поговорить, это тоже важная причина, это нарушение сна. Вот здесь нужно тоже очень внимательно смотреть, если у ребенка ребенок трудно засыпает, или наоборот его очень трудно разбудить. Здесь тоже нужно слишком глубокий сон у ребенка. Мы тоже должны обратить на это внимание и понять, что происходит. Это одна из серьезных причин, которая нам говорит о том, что ребенок находится в психологическом стрессе. Но при этом предпочтительно, чтобы он все-таки был в глубоком сне, а не наоборот. Вы знаете что? Для меня предпочтительно, чтобы, там сказать, ребенок, сейчас мы не будем останавливаться на возрасте и так сказать, продолжительности сна, но на мой взгляд, оптимально это от 8 до 10 часов ребенок должен спать. Ну, в зависимости от возраста, конечно. И поэтому тут и та крайность, как любое проявление крайности, в общем, плохо. И поверхностный сон плох, и слишком глубокий сон тоже плох, потому что нужно некоторое время, чтобы ребенок пришел в себя, начал активно действовать, осознал себя в пространстве и времени. И если этого не происходит, то мы тоже должны обратить на это внимание, что что-то здесь не так, раз ребенок у нас вставал, допустим, все время нормально, просыпался активный, здоровый, в хорошем настроении, вдруг он
трудно просыпается и сразу становится плаксивой, капризной и так далее. Что-то здесь не что-то так. Не так. Что-то не так. Что-то не так. Но никто никогда, ну, не ссылается на то, что он переспал, допустим, или что у него сон был какой-то не такой. Тем не менее... Ведь он спал хорошо всю ночь, да? Он спал хорошо, казалось бы. Он не мешал родителям спать. Вот-вот. Да, значит, все в порядке с ним. И никто не обратит внимания на то, что вот такой глубокий сон может быть... Вообще, вот это очень хороший тезис, вы сейчас подняли вопрос. Очень хороший, мы об этом тоже будем говорить. Не мешал родителям. И нам это очень нравится. Конечно. На самом деле, я бы как раз, если он затихо не мешает родителям... Уже на это подумать. Думать, нужно как раз обратить внимание, все ли с ним в порядке, потому что дети подчас бывают интроверты, и они как раз, когда чувствуют себя плохо, одни это сразу, так сказать, приносят и говорят родителям, а другие, наоборот, забиваются где-то в уголочек или под одеяло, и сидят у себя в комнате, не выходят, или ой, как хорошо, он нам не мешает. Нехорошо, дорогие родители, дедушки и бабушки, пожалуйста, обратите на это серьезное внимание, потому что это одно из... Ну, дедушки и бабушки, может быть, и обращают чаще, вот родители уж точно не обращают, потому что они всегда заняты, им надо еще и белье перестирать, да, мы об этом тоже, а он не мешает. Тоже, кстати, еще тоже об этом поговорим, впереди у нас разговор на эту тему, он, может быть, будет не совсем лицеприятный для родителей, но я, как специалист, не могу об этом не сказать, потому что мы должны... Будучи сам родителем. И родителем, и дедушкой дважды, и так далее, поэтому я все это прекрасно понимаю. Окей. Вот, теперь, значит, нарушение обмена веществ. Вот это очень важная тема, и мы тоже должны об этом поговорить и представить себе, потому что это одна из важных причин стрессового состояния у ребенка. Характеризуется, понятное дело, что ребенок плохо ест, у него снижается вес, у него неправильная реакция или слишком резкая реакция на различные запахи, и появляется кашель. Я бы сказал, что повышение, не только снижение веса, но и повышение веса. И повышение, веса. Да, но обычно мы... Сидячий как-то... образ жизни в школе, ну, он... Ну, да, тоже об этом поговорим еще дальше. Пока мы сейчас говорим только о причинах стресса. Я их специально вывожу для того, чтобы родители для себя отметили, что, допустим, ребенок... там не капризничает, что он не хочет есть, а немножко поглубже присмотритесь, послушайте ребенка, поговорите с ним и разделите это на каприз и на болезненное состояние. Состояние, реакцию на пищу. Вот это тоже очень важно. Я не говорю о том, что нужно потакать ребенку и мгновенно там менять блюда и все такое, скорее наоборот, но не забывайте, что ребенок может находиться в состоянии глубокого стресса. Следующий симптом, о котором мы должны поговорить, или причина, о которой мы должны поговорить, это частая простуда у детей. Okay. Вот эта вещь очень важная, и мы должны понять, хотя нам кажется, что в нашем климате вроде все должно быть... Это у нас, в нашей стране, да? В нашем климате. Именно, ну, я только что садился в машину и сказал, как у вас в вашей стране холодно. Холодно, да. Да, плюс 10 градусов для нас, не привыкших, да, это уже очень холодно. У нас, если помните, началась дискуссия на эту тему, действительно ли это холод, или это приятное, комфортное состояние. А просто... Для одних приятное, комфортное, может, для просто, других. Да, как известно, есть тезис, нет плохой погоды, есть неправильная одежда. У меня есть другой очень четкий тезис. Плохая погода бывает только в голове. В голове, да, в голове. Вообще вся наша жизнь, на самом деле, только в голове. И все наши заболевания тоже в голове. И лечение тоже в голове. Вернемся. По большому счету, да. Вернемся к нашей теме. Значит, простудам. Очень, если ребенок, вы видите, что он беспричинно, казалось бы, комфортная температура, ребенок не ходит, у нас тоже очень часто в домах каменные полы, что очень плохо, очень плохо. Поэтому в детских комнатах обязательно, я всем рекомендую, чтобы было обязательно какое-то покрытие, чтобы ребенок ни в коем случае, даже в наши летние месяцы, чтобы ребенок не ходил босиком, ну, чтобы он не сидел. Как правило, в более северных странах дети действительно и не ходят. Они ходят в тапочках, они ходят по деревянным или ковровым полам. Но я хочу связать две вещи сейчас. Когда ребенок спит, у него работает иммунная система.
если, ну, это главное время работы иммунной системы, когда иммунная система требует большое количество энергии, и эта энергия находится тогда, когда ребенок спит, и когда он не тратит энергию на движение, на работу почек, печени, работу сердца, легких и так далее. Если ребенок не досыпает, плохо спит, скорее всего, он может заболеть теми же простудными заболеваниями, о которых вы говорите. Естественно, но только нужно понять, это простудное заболевание, это заболевание, вызванное какой-то инфекцией, или это все-таки опять, поскольку у нас сегодня тема стресс, я буду все время возвращать и педалировать вот эту тему. У меня была такая передача, я ее проводил, не я ее проводил, со мной проводили на 9-м канале, где я рассказывал о том, что есть три вида зимних болезней, и всегда надо их понимать. Это может быть инфекционная болезнь, это просто переохлаждение, и тут легко выйти из этого состояния, если теплее одеться, допустим, да? Продолжайте. Дальше, так, по моему мнению, следуют психомоторные нарушения. Вот психомоторные нарушения, здесь мы должны остановиться особо более серьезно, да, потому что это... Что это такое? Это нервный тик, то, что в просторечии называется, или гиперкинезия, нервный тик, заикание, как следствие этого всего. Вот здесь тоже нужно очень внимательно. И это очень важный вопрос, потому что будем сейчас говорить о детях, которые находятся в детских учебных учреждениях, там в детских садах и в школах, но больше всего от этого могут страдать дети. И по моей практике ко мне очень много приходят родителей, приводят детей, допустим, вот с такими вещами, как нервный тик, и ребенок находится в тяжелом состоянии психологическом, потому что дети... окружающие его, как правило, довольно жестокие в коллективе, и когда у ребенка начинается гиперкинезия, например, нервный тик, вот очень часто начинает глаз дергаться у ребенка, или там подбородок немножко дергается и так далее, дети начинают над ним смеяться, это приводит в его совершенно состояние стопора, бороться с этим... Как кажется родителям, сложно. На самом деле ничего в этом сложного нет. Бороться с проблемой. Бороться с этой проблемой. Но это уже как бы это уже проявление. Вот нервный тик – это проявление, опять же, того же самого стрессового состояния у ребенка. Здесь нужно... Вот ко мне приходят родители, часто, опять я об этом говорю, приводят детей, несколько сеансов, допустим, иглотерапии, и это выводит ребенка из этого состояния. Нервный тик прекращается, и он перестает быть изгоем в этом коллективе, они перестают над ним смеяться. Это важная очень тема, и она... Я видел детей, которые просто приходили довольно взрослые и говорили, я не могу уже в школу ходить, я хочу перестать ходить, потому что они надо мной смеются, и я какой-то получаюсь не такой, как все. Очень часто такое бывает, да. Когда дети бросают школу, когда их начинают вот их доставать. Нужно обязательно поискать причину, не в стрессе ли находится ваш ребенок, почему он вдруг вчера он ходил и все было хорошо. В том случае, если у него есть физическое какое-то. Да, это такой маркер, на который обязательно нужно обратить внимание. И поверьте мне, я знаю, конвенциальное лечение начинает, значит, дают ребенку успокоительные таблетки, которые, как правило, не помогают. И я не говорю, что не надо ими пользоваться, но нужно очень аккуратно, когда их выписывают, проконсультироваться с вашим семейным врачом, действительно ли они помогают, или они просто будут снижать его физическую и умственную активность, и будем надеяться, что от этого нервный тик не пройдет. Что очень часто бывает. Да. То есть таблетка, которая просто его выводит его из понимания того, что происходит. Да, из понимания того, что происходит, да. И он не обращает внимания на тем, что над ним издевается. Совершенно верно. Тот момент, когда таблетка прекращает действовать, да, все возвращается мгновенно. А кроме того, существует такое понятие, как привыкание. К таблетке. Да, к таблеткам. Ну, о таблетках это, наверное, это уже не моя тема совсем. Наверное, надо об этом вообще передачу провести, сделать, о том, что это... такое таблетка, что такое лекарство, что такое укол, да, и как их заменить другими более... Это не моя тема совсем, и поэтому этого достаточно. Единственное, я только что хотел сказать в этом вот абзаце, что чем еще характерно быстрое утомление. Если мы видим, что ребенок позанимался 20-30 там, минут, час и уже устал, или там был на какой-то физкультуре и уже устал, и жалуется, и хочет прилечь, то тоже нужно обязательно с ним поговорить и выяснить, что происходит. Вчера он у нас по 5 часов
кряду бегал, а сегодня через 30 минут он уже квелый и никакой. Поэтому тоже нужно выяснить. Это один из симптомов стресса. Один из симптомов, да. А с другой стороны, чтобы закрыть уже вот эту, так сказать, часть, это нервозность. Если мы видим, что ребенок был у нас нормальный, совершенно адекватный, общался с родителями, со сверстниками спокойно и вдумчиво, и вдруг он становится невротического поведения, нужно обязательно тоже обратить на это внимание, потому что повышенная нервозность – это один тоже из таких серьезных маркеров, который позволяет нам поставить себе галочку и вечерком с ним спокойно сесть, поговорить. Но эти разговоры, они не должны быть ни в коем случае не давить на ребенка, не стараться там его вывести на чистую воду. Они просто должны быть доверительные, мягкие, ласковые. То есть далеко не всегда ребенок виноват в том, что происходит. Да, совершенно. А родители очень часто считают... Не надо торопиться с выводами, что он так уж плох на самом деле. Подчас он просто находится в состоянии стресса. Не надо об этом забывать. Вот, поэтому и заканчиваем здесь еще на невротических реакциях. То, что мы говорили. Возбудимость или заторможенность. Вот это тоже два как бы понятия, но они просто разнополярные, и мы должны смотреть на ребенка, что если у него есть нервозность, то что является причиной? Он слишком возбудим, он на любое слово отвечает нам какой-то непонятной нам реакции, которая до этого у него не было. Или наоборот, ребенок вдруг становится заторможенный, все, что ему говорят, он, в общем, не пропускает мимо ушей. Его не интересует уже какие-то вещи, которые до этого его интересовали и так далее. Вот это тоже такая важная вещь. Я бы хотел вот эту вот первую часть на этом остановиться. Но я бы очень вас просил все-таки вернуться к тому, что если есть физическая травма, она вызывает психический стресс. Как раз дальше я бы хотел поговорить о токсичном стрессе. Что значит вот токсичный? Тогда часть. Расскажите, что такое. Как вы понимаете слово токсичный? Рассказываю. Вообще, если говорить уже серьезно и не пропускать это через, так сказать, персональное восприятие мое медицинское, то слово токсичный в словарях. Чтобы мы точно должны дать нашим слушателям правильное толкование. Это токсичный, это определение, которое вызывает отторжение и отравление. Может быть, этот термин нас немножко сейчас испугает чуть-чуть? Нет, наверное, надо правильнее сказать. Отражение – это реакция отражения на любое, что происходит вокруг человека. Нет, не на любое, а именно то, что может отравить существование любого человека. Именно отравить существование. Существование, да. Понятно. То есть сделать его существование невозможным. Или почти невозможно. То есть это не обязательно отрава? Нет. Это не обязательно токсичные какие-то запахи или токсичные... Нет. Это как раз могут быть обычные вещи, но которые отравляют его существование. И вот здесь как раз мы переходим вот к вашей просьбе, и она совершенно справедливая, потому что подчас родители не могут справиться с проблемами и обстоятельствами, которые возникают у них в семье. И вот в этом случае детский мозг очень восприимчив к этим обстоятельствам, когда в семье находятся проблемы, которые родители сами создали, у них напряженные, сложные отношения, решить они не могут эти вопросы, и ребенок начинает тоже входить в это состояние стресса, и вот это состояние дома начинает ему уже казаться токсичным или быть токсичным для него, что он хочет избежать, он не хочет дома находиться, ему это не нравится, он сам справиться не может с этим, и поэтому начинаются психологически серьезные отклонение, серьезный стресс. Дело в том, что когда ребенок длительно находится в этой ситуации, вот это всегда приводит к так называемому понятию токсичного стресса. Вот тут нужно понимать, что это влияние исключительно на его психику. То есть это может быть влияние
тех друзей, которые, в среде которых он происходит, или той семьи, или той школы? Обычно это все начинается в семье, потому что чем ребенок младше, тем восприимчивее он к той ситуации, как в семье. Почему? Потому что для него папа и мама, семья, для маленького ребенка, да и для подростка, кстати говоря, тоже, это самые близкие люди, это люди, с которыми он хотел бы поделиться всем тем, что происходит с ним. И когда он видит, что родителям не до него, и когда они подчас говорят: слушай, ну у нас, видишь, такие отношения, такая ситуация, ну ты уж там как-нибудь там сам справляйся. Ну а как ему справляться? Он не знает, как справляться. Он приходит к родителям, не находит там понимания, видит, что там полный раздрай. И потихонечку его сами обстоятельства, то есть сами родители загоняют в состояние токсичного стресса. Что на самом деле очень тяжело, потому что это уже связано исключительно с его психикой. То есть здесь может помочь в лучшем случае, в лучшем случае психолог, а иногда даже психиатр. Здесь, я бы сказал, лучше всего могут помочь его родители. Если они понимают, что вот происходит. Для этого мы и так детально объясняем. Потому что самое простое, ну, возьмем это в кавычки, но, потому что это не простое, но самое сложное. Сложное в том смысле, что нужно убрать причину этого токсичного состояния ребенка. То есть, если есть ненормальные отношения в семье, родители должны сделать все для того, чтобы эти отношения были нормальные. Потому что хотя бы когда они находятся в контакте с ребенком. Ну да, но дети уже не глупые. Это нам только кажется, что они на самом деле ничего не видят и не понимают. А на самом деле дети все прекрасно видят и понимают. И поэтому идеально, конечно, убрать. Вообще, самая главная борьба со стрессом - это убрать причину стресса. Ну да. Вот, подчас это или почти невозможно, или совсем невозможно. Но, с другой стороны, если вам дорог ваш ребенок, дорого его психологическое состояние, наверное, нужно, во всяком случае, попытаться что-то сделать. Потому что токсический стресс, когда заходит слишком далеко, поскольку это связано с активным выработкой гормона стресса кортизола, и тут могут быть уже необратимые последствия. Я прошу обратить внимание на это, что в этой ситуации... Родители не могут измерить количество кортизола, выбрасываемого гормональным аппаратом ребенка. Это и не нужно. Они должны понимать, что любые распри внутри семьи, допустим, да, или любое негативное отношение к ребенку, или безразличное отношение к ребенку вызовет вот этот вот стресс. А это уже биохимическая реакция. А дальше идет биохимическая реакция с выбросом кортизола. Да. Это гормон страха. Это не просто гормон стресса, это гормон страха. Он не знает, что произойдет с ним, потому как ему не с кем, нет того крылышка, под которым он может спрятаться. Точки опоры. И он не знает действительно, что делать. И тогда вот эти, если все это оставить, вот, так сказать, и не обращать на это внимание, это приведет к необратимым процессам, то есть изменение психологического и психического состояния вашего ребенка. Я думаю, что ни один родитель в мире этого не хочет и по возможности не допустит. Вы знаете, есть очень много примеров того, что родители издеваются над своими детьми, так что говорить о том, что нет таких родителей, да, нельзя. Но 99% родителей, они хотят своему ребенку создать такую жизнь, чтобы он был счастливым в этой семье, и для этого они должны понимать, что зависит счастье ребенка от счастья родителей. Во многом от них самих. Но я бы хотел сейчас вернуться все-таки немножко к биохимическим процессам для того, чтобы добить все-таки родителей вот этими терминами. Если позволите, чтобы испугать они прочувствовали. Испугать, чтобы они вошли в стресс. Скажем, помягче испугать, да. Испугать, чтобы они понимали, что на самом деле подчас у ребенка выявляются проблемы с сердцем, начинаются проблемы, как ни странно, с диабетом, начинается депрессия,
и так далее. И семейный врач, ну, если он хороший семейный врач, то он знает, что происходит. В этой семье он потому и называется семейный, что он обязан знать, что происходит. Но иногда у него настолько много этих семей, что он просто не в состоянии это все охватить и осмыслить. И поэтому вот эти вот процессы с внутренними органами, такими, еще раз повторяю, как сердце, возникновение диабета, возникновение депрессии, стресса и все такое, вот это вот как раз является причинами, о которых мы говорили выше. Нужно обязательно, обязательно обращать внимание на состояние вашего ребенка с самого раннего возраста, потому что чем ребенок младше, тем реакция его, и тем он более подвержен стрессовым состояниям. Вот. Это то, что касалось причин. А теперь мы должны были бы поговорить, как можно вообще в этой ситуации помочь ребенку, что мы с вами, взрослые люди, и медики, могли бы сделать для такого ребенка. Совершенно верно. Теперь я все-таки должен вернуться и начать с того тезиса, который мы уже с вами проговорили, потому что родители должны понять, и окружающие этого ребенка, взрослые должны понять, что самая лучшая, эффективная и самая быстрая борьба со стрессом – это утолить причину стресса. Если это не получается, то тогда нужны различные там медикаментозные вещи там и прочее, прочее. Которые совсем не обязательно помогут. Которые совсем не обязательно помогут. Но давайте все-таки поговорим о том, что существуют ведь и другие, на самом деле, способы, кроме медикаментозных, которые помогают нам, как родителям, и успокоить ребенка. Не то, что успокоить его, а именно справиться со стрессом и убрать из жизни этого ребенка понятие стресс, чтобы он жил нормальной жизнью ребенка, соответствующей его возрасту, что тоже очень важно, между прочим. И вот здесь я бы хотел все-таки, мы тоже уже немножко коснулись этого, и очень хорошо, что мы опять к этому возвращаемся, я бы хотел поговорить о сне. Потому что подчас я, то, что я вижу сегодня, и то, что мы все прекрасно знаем, пресловутые гаджеты, пресловутый телефон, пресловутый телевизор 100%. И прочее, прочее. Ребенок ко мне очень часто приводит детей, у которых мышцы все вот так перевернуты, скручены, и он не может сидеть нормально, у него болит все. Приходили дети, и когда у меня с ними устанавливался там через пару типулин хороший контакт. Через пару встреч. Встреч, да, извиняюсь. Они говорят, у меня болит. Я говорю, что у тебя болит, скажи мне честно. Говорит, вы знаете, у меня болит все. Были такие дети, которые говорят, у меня болит все. И когда начинаем отматывать эту пленочку назад, выясняется, что ребенок ложится спать час ночи, а встает в школу там по полседьмого утра, допустим. Естественно, на этом фоне может развиться все, что угодно. Любой стресс, любое заболевание. 100%. Потому что ребенок не отдыхает во сне. Мозг – это единственная возможность, когда мы даем нашему мозгу отдохнуть. Не только мозгу. Ну, вообще организм. Я только что говорил об иммунной системе. Именно так, да. Когда все процессы идут замедленно или приостановлены, потому что они не нужны для... ночью нет никакой активности, когда ребенок... Не должно быть активности. Не должно быть активности. И в то же время я все-таки за то, чтобы вот этот сон, скажем, у подростков, давайте будем говорить, он все-таки был 8 часов. Не меньше. Не меньше, но и не больше 9, потому что когда ребенок слишком долго спит, он переходит, я сейчас не хочу останавливаться, есть, если будет как-нибудь графики, интересно, мы можем поговорить. Графики есть фазы сна, фазы сна. Вот, и тогда, если он спит больше, чем 9 часов, он переходит уже в другую фазу сна. И тогда он встает тоже уже совершенно разбитый, к активности не готов, и чтобы настроить его там на какую-то деятельность активную или учебу. И я хочу, Максим, вернуться к тому, с чего вы начали говорить об этой, об этих причинах, к гаджетам, к телефонам, к компьютерам, к телевизорам. Да. Есть элементарное понимание того, что как только темнеет, человек хочет спать. Если он сидит, лежит перед телефоном или компьютером, перед его глазами ничто не темнеет. Да. Он не хочет спать. Да. Элементарно он не будет спать, он поэтому до часа ночи не усыпает. Да, совершенно потому что не потемнело. И это относится в первую очередь к детям.
Вот я для себя, вот у меня даже выписана эта табличка, я специально подумал над этим и ее себе составил, и хочу предложить. Это не что-то такое, что обязательно вообще для выполнения, но по моим наблюдениям многолетним я хочу сказать, что я считаю, что до 5 лет вообще вот это тандем ребенок-телефон, ребенок-гаджет, ребенок-телевизор, вообще даже не надо это обсуждать. То есть просто... До 5 лет у ребенка не должно быть в жизни этой вещи. Просто не должно. Я боюсь, что нас не поймут, потому что сегодня жизнь не может быть без телефона или без компьютера или телевизора. Без телевизора может до быть. До 5 лет. Вы знаете, я подчеркиваю. У меня была целая серия передач с психологом. Мы говорили о детях. «Дети и телефоны» называется она. То есть мы обсуждали, вот она точно так же, как и вы, говорит, вот до 5 лет дай ему 40 минут в день, чтобы он посмотрел мультик, не более того, да? Нет. Не получается. Нет. Это. Нет. Сегодняшнее, мы с вами в нашем возрасте можем обходиться без телефонов, потому что у нас там несколько десятков лет мы жили без них. Мы можем вернуться к той жизни, когда мы жили без телефонов, вернуться, понять, как мы живем с завтрашнего дня и жить без телефонов. Вы знаете, сегодняшняя современная молодежь не может вернуться, им некуда вернуться, они не могут без телефонов жить. Сереж, я прошу здесь немножко разграничить. Мы сейчас обсуждаем детей от 0 до 5 лет. Да. И вот здесь принципиальный вопрос. Мы, поверьте мне, мы все с вами можем, пока мы живы, мы все можем. Окей. И мы можем вылечиться и организоваться. Принял. И вылечить детей. И вылечить детей. И мы это сейчас говорим для того, чтобы оправдать просто то, что мы не делаем. Это я говорю то, что мы не делаем. Это все, не только вы, это все мне говорят. Я понимаю, что сегодня жизнь очень тяжелая, сложная, дорогая, чтобы жить на каком-то уровне, родители должны оба работать. Я все это прекрасно понимаю, но тем не менее я призываю, я тоже не с луны свалился, но тем не менее я призываю родителей, пожалуйста, мы все это понимаем, борьба за успехом, за достатком, понятно. Но не забывайте, что в этой борьбе мы можем потерять детей. Мы можем выплеснуть из тазика самого ребенка вместе с водой. Так вот, чтобы этого не произошло, давайте каким-то образом начнем ребенку. Мы почему-то забыли, что ребенок телефон, а ребенок книжка, а ребенок сказка, а ребенок беседа на ночь, а ребенок и расспрос, а что у тебя было в детском саду, какие были кошечки, собачки и так далее. Почему-то мы уже об этом перестали вообще говорить. То есть общение ребенок и родители, но это вообще мы даже не обсуждаем. Сунул в морду телефон. Совершенно и верно. Молчи. Очень часто я прихожу к своим ровесникам в гости, и мне говорят: посмотри, какой у нас талантливый внук. Ему всего 5 лет, вот, а он уже 3,5 часа сидит с телефоном. Какой умный мальчик. Я говорю: ребята, вы в своем уме? И вы этим гордитесь, и мне об этом рассказываете? Я говорю: вы просто его уже изуродовали, это бедный несчастный ребенок. Он не может самостоятельно мыслить, у него нет мелкой моторики в руках, потому что он этого ничего не делает, что очень плохо. А для мальчиков втройне плохо, если отсутствует мелкая моторика. Не только мелкая, потому что в футбол играют тоже в компьютере сегодня, а не на футбольном. Это отдельный разговор, да. Поэтому я здесь буду стоять на своем и буду настаивать, что вы сделаете все, чтобы общаться с ребенком. Общаться. Теперь дальше. Давайте посмотрим так, по моему скромному мнению. От 5 до 10 лет я бы дал 15 минут общения с этими гаджетами. Само слово такое отвратительное — гаджеты. Да, абсолютно. Вот. В русском языке еще воспринимается как-то можно. И что интересно, что далеко не все понимают, что такое, что оно обозначает, да, слово, да, гаджет. Гаджет. Не понимают. Понимают, что такое телефон, компьютер, там, да, еще что-то, да? А гаджет — это что? Да. Я неоднократно сталкивался, да, с взрослыми, да, людьми, которые этого, и детьми тоже, которые за это этого тоже не понимают. Кстати, можно зацепиться за эту фонетику и сказать, что... Что вот, она тоже идет во вред. Во вред. Во вред. Так психики. Вот, я считаю, что все-таки от 5 до 10 лет 15 минут... Причем, это максимум, с вашей точки зрения. На мой взгляд, чтобы сохранить психофизическое ребенка. Маловероятно, потому что сегодня... Я говорю о том, как мне видится, и о том, что мы потом, чтобы мы не разводили руками, как же мы упустили, как же так получилось, что наш замечательный ребенок
ребенок, а вышло из него или что-то не то, или совсем ничего не вышло. Или больное оказалось. Или, не дай бог, стало больное. Так вот отсюда и вышло, поэтому я и настаиваю на этом. Я понимаю, что это, еще раз говорю, что это, наверное, сложно, что родители должны... Но родители почему-то сегодня, пусть меня простят те, кто уже этим занимается, но я думаю, что большинство родителей почему-то забыли, что существует общение между родителями и детьми. Тактильное, когда нужно ребенка обнять, когда нужно его погладить. В этой суматохе мы этого не делаем. Но в случае привет, не привет, пошел, ушел. Там смотрят на часы, во сколько ты пришел. И на этом вроде накормили. Одет красиво, все хорошо. Что у него в голове, мы не знаем. Так вот, чтобы этого не было, чтобы этот контакт был, поговорите с ребенком, расскажите ему какую-то интересную сказку и так далее. Поверьте мне, он откликнется в секунду, и он будет более психологически. Он будет ваш. Он будет ваш, да, во всех проявлениях. Но я слушаю, Максим, да, я слушаю, и у меня вот есть чувство досады. Потому что сколько бы мы с вами ни говорили в этом, в этой комнате, в этом помещении, на этом радио, где-то в других местах, это нереально сегодня. Родители не говорят с детьми, они подсовывают им телефоны, и телефоны, дети говорят с телефонами. И что бы мы ни объясняли, лучше сказать лишний раз, я понимаю, правильно, для этого я вас пригласил сюда, лучше сказать лишний раз, чем не сказать ни разу, да, об этом, не сказать об этом. Но это настолько маловероятно, что мы дойдем, достанем до мозгов наших этих родителей, наших детей с вами, да, наших детей с вами, что мы уговорим их, ребята, разговаривайте со своим ребенком. Мы только что шли в эту студию, шел отец и держал на плечах девочку. Да, мы, да, да, мы все, мы обратили, да, внимание, да, это замечательно, да, замечательно было, да, была сцена. Да, просто он шел, девочка сидела на плечах, он с ней разговаривал. Общали, она что-то я он разговаривал, да, они с ней разговаривали. Совершенно верно. И это было, это просто уже, ну, дико выглядит. Такого, видите, мы не видим уже в последнее время. Видите, мы нормальное стали воспринимать как экстраординарное. Вы знаете, на Востоке есть такая пословица: сколько ни кричи, халва, халва, а сладко не будет. Так вот, поверьте мне, будет. Вот будет, если мы будем бесконечно кричать. Об этом говорить. Халва, халва, будет слаще. Так вот, чтобы по времени сейчас закрыть уже эту тему по поводу гаджетов и возраста. Значит, я думаю так, что вот 10 лет плюс уже можно ребенку разрешить 45 минут в день общаться для я подчеркиваю, для игры, для развлечения. То есть не для учебы, потому что сегодня Министерство просвещения, Министерство здравоохранения разрешает 8 часов в день учиться через интернет. Да. Да, я с прискорбием сообщаю, что это так. И поэтому мы говорим о том, что после того, как дети отучились эти 8 часов, пусть 6 часов, да, пусть 5 часов, да, и сделали какое-то, выполнили какое-то домашнее задание, которое тоже сегодня в компьютере или в телефоне можно выполнять, а не в тетрадях и не ручкой с мелкой моторикой, которая вот была в нашей жизни. Вот. Да? А сегодня мелкая моторика — это нажимать на клавиши. Она уже не совсем моторика, это настолько привычно, что вот мой внук, например, старший, он это делает просто сидя, не глядя. Глядя на меня, и тут же я ему прошу, прошу что-то послать, какое-то сообщение, и он что-то делает, я говорю, ты послал? Он говорит, мы пока говорили, я уже все послал. Вот, поэтому это уже вы не... Вы меня не удивите этим, вот. Я знаком. Конечно. Это обычно нормальное явление. Это сегодня нормальные дети умудряются, да, этим. Да. Мы с вами этого не сможем, конечно, сделать никогда. Так вот, я бы все-таки... Вообще, коль мы затронули уже вот эту тему современного ребенка и учеба, вот это тоже важно, вы очень хороший задали вопрос. Вообще у меня такой тезис, вот даже я его себе выписал, современному ребенку вообще тяжело. Ему вообще тяжело, на самом деле. Тяжело, на самом деле, сегодня в нашем мире, где есть вдруг...
за 100 последних лет прибавилось 6 миллиардов человек на Земле. Тяжело всем. Изменилась скорость во всех абсолютно отношениях. Абсолютно все. Скорость мышления, скорость понимания, да. Скорость, с которой от тебя требуют информацию, да? Перемещение в том числе. Перемещение тоже. Возьмите, вот я в тысячу раз в своих поездках приходил просто в какой-то ужас, что, допустим, вот мы сели в самолет, пролетели 4 часа и выходим где-нибудь в Париже. Или пролетели 11 часов и выходим, не дай бог, в Нью-Йорке. Ну, это же, ну что такое 11 часов? Ну, вы посидели, что-то почитали, и вдруг вы выходите на совершенно другом континенте, вы перелетели океан. Океан. Для раньше, чтобы это совершить путешествие, нужно было 15 дней. Да. Представляете себе? А сегодня всего 11 часов. Я в предыдущих своих передачах рассказывал о том, что вот... Вот декабрь, январь, я должен был быть в путешествии, оно сорвалось. Что это за путешествие? Я на секундочку отвлеку вас, пожалуйста. Хотя у нас не так много времени, да. У нас осталось 8 минут, меньше, чем 8 минут. Да. Я должен был сесть в Финляндии, в Хельсинки, на яхту, которая принадлежит одной из русских, российских фирм, сесть на яхту в числе еще 24-25 пассажиров. Первая станция, куда мы должны были прийти на яхте, это Копенгаген, следующая Лондон, следующая Рио-де-Жанейро через океан, следующее побережье Аргентины, следующее побережье Антарктиды, станция Восток-3, где мы должны были поднять шампанское с Новым годом. На обратном пути Южная Африка, Кейптаун, вдоль всего западного берега Африки, зайти в Гибралтар, снова Лондон, снова Копенгаген, Хельсинки. То есть я не случайно рассказываю это. На сегодняшний день это фантастика, с которой еще совсем недавно нельзя было даже смириться и понять, что такое может быть на яхте, на современной яхте. Пересечь несколько океанов. Но это все-таки не делается ни за 11, ни за 12 часов. Это за два месяца. Вот, за два месяца. Предполагалось бы. То, о чем мы с вами говорим, это настолько скоротечное, что ты даже не то, что там разговор уже не идет ни о какой акклиматизации, там, как раньше это было, и приходится спортсменам очень активно работать, потому что нет времени у них на акклиматизацию. А потому что мы на другом континенте, все наоборот. Ну вот все-таки позвольте мне в заключение, у нас там осталось немного времени. Вы знаете, у меня есть вопрос, вот вы физиотерапевт, вот чем вы могли бы помочь детям? Вы же не будете насильно отбирать у них телефон из рук, нет, да? А ребенок в стрессе, вот чем бы вы могли вот помочь? Вот видите, вы говорите, ребенок в стрессе, то есть диагноз уже установлен, он приходит ко мне не для того, чтобы его родители приводят, не для того, чтобы спросить, что делать, а они спрашивают, что с ним, потому что они подчас все-таки видят, что какая-то патология есть. Да. И здесь мы начинаем работать и лечебный массаж, потому что они приходят, мышцы у них перекручены, спина у них не работает, ноги не работают, тазобедренный сустав, углы такие, что он ни прыгнуть, ни бегать не может. Нужно его привести в соответствие, нужно обязательно сделать иглотерапию, несколько сеансов провести для того, чтобы расслабить. Обычно это связано со спиной. И уже, конечно, серьезнейшее лечение, то, что я провожу, это когда мы лечим ребенка от гиперкинезии, вот этот нервный тик пресловутый, о котором мы с вами столько говорили. Вот эти вещи очень часто. Кроме того, не забывайте, что очень серьезные мигреневые боли приводят ко мне. Дети приходят с родителями и жалуются на серьезные мигреневые боли. Закрученные мышцы шейного отдела. Причем это помолодело настолько, что если раньше ко мне приходили там 30+, 40+, это было нормально. А сегодня приводят 12 лет, 14, 15 с серьезными расстройствами. И вот с этим тоже. Но, кстати сказать, дети очень хорошо подвержены, если выбрана правильная стратегия и тактика лечения, то дети реабилитации. Хорошо, реабилитация и лечение, само лечение проходит очень хорошо и довольно быстро. Поэтому не надо бояться неконвенционной медицины.
Ну, я бы не сказал, что массаж или физиотерапия – это неконвенциональная медицина. Но сегодня это медицина. Уже настолько это конвенционально, и в каждой поликлинике сегодня есть физиотерапевты, и в каждом медицинском центре есть на сегодняшний день какие-то такие вот натуральные методы иногда лечения. Родители Вы помните, в наше время была водолечебница? Да. Водолечебница. Да. Вы приходили туда, получали ингаляцию, или получали шок электрический в какую-то мышцу. Да. На сегодняшний день их нет, но есть специалисты в этой области, есть гидротерапевты, есть физиотерапевты, есть спорттерапевты, как я, или физиотерапевт, как вы, есть массажисты, мы с вами, и так далее. Совершенно верно. И поэтому не нужно этого бояться. Другое дело, в заключение хочу сказать, что родители очень аккуратно и вдумчиво, и не торопясь, выбирали специалиста, с которыми они хотят работать, и которому они доверяют своего ребенка. Скажите, ответьте мне на такой вопрос, у нас действительно очень мало времени, я прошу прощения, 5 минут осталось. Вы свою помощь детям оказываете только в своем кабинете физиотерапевтическом, или вы можете давать консультации онлайн, давать консультации по телефону, объяснять, что родители должны делать с ребенком? Вы знаете что, я очень боюсь диагностики по телефону. И никогда этого не делаю, даже своим родственникам. Когда мне звонят и просят, говорят: Макс, ну ты знаешь, у меня вот тут кольнуло, там, то-то. Я говорю: ребята, пожалуйста, у меня очень восприимчивые пальцы, высокая тактильность, и поэтому дайте мне, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, пожалуйста, я должен положить вас на свой стол и посмотреть руками. И ребенка тем более. И ребенка тем более. Я очень боюсь специалистов, которые говорят: никакой проблемы нет, позвоните, я про вас проконсультирую. Ну, есть какие-то общие, будем говорить, такие вот законы жизни человека и законы жизни ребенка. Я, например, когда мне звонят и говорят, вот у моего ребенка косолапие или что-то еще, я ему первое, что говорю: пустите его на траву, пусть бегает по траве. Да, да, вот есть, действительно, конечно, идите в бассейн, пусть ребенок идите в плавает, бассейн, пусть плавает, выпустите что-то его еще на свежий такое... воздух, выпустите его, вот, если говорить про нашу страну, выпустите его в море, пусть он бегает, даже зимой бегает. По песочку, и стопы восстановят. Совершенно между прочим, тут как раз я вспомнил, я много лет работал с трехкратным чемпионом Европы Александром Авербухом. Он замечательный спортсмен и очень популярный. Он участвовал здесь в соревнованиях ниндзя знаем. И танцы со звездами, и все. Это он очень хороший мой близкий друг. Мы до сих пор в очень коротких, хороших отношениях. Так каждый раз, когда мы были с ним на сборе и после прыжковых тренировок, я всегда говорю: Саша, теперь, пожалуйста, шиповочки снимаем, отложи их. И по песочку, по травке. На обычно легкоатлетические стадионы вокруг прекрасного зеленого футбольного газона. Вот я говорю: Саша, пожалуйста, а теперь 10-15 минут побегай по травке. Очень правильно, потому что... Да, вот это важно. Я, будучи еще ко всему, к тому, что я спорттерапевт и массажист, я еще подолог с документами. Что такое подолог? Это человек, который занимается стопой ноги. Да-да-да. Угу, стопой ноги. А там же колоссальное количество репрезентативных точек. Проблем масса, Все внутренние органы есть свои. Да, но это уже из китайской. Репрезентация, да. Ну, я иногда рассказываю, что я был в одном из университетов в Китае, в периферийном, не в центре страны, на медицинском факультете, я задал вопрос одному из профессоров. Вот вы понимаете, что такое силовые люди, силовые линии в теле человека? А мы, западные, не понимаем. Я когда-нибудь расскажу всем, и вам в том числе, что он мне ответил. Это был удивительный ответ, чтобы вы понимали. Это интересно. Но, будучи подологом, первое, что я говорю: ты не хочешь, чтобы у тебя были проблемы в ногах, чтобы у тебя было косолапие или вальгусное вот такое вот изменение, или галлюс вальгус, то есть косточка большого пальца. Первое, что ты должен делать сам и заставить делать свою дочку. Это ходить по траве или по песку. Это первое и главное. С самого раннего детства. Детства. А мы сегодня все ходим по жесткой поверхности, по асфальту, по полу, жесткому полу. И никогда... без свежего воздуха. Это уже вторая статья. Будущего. Не надо думать, что если у вас работает кондиционер, то вы дышите свежим воздухом. Максим, вынужден вас разочаровать. Максим, я призываю вас
давать по телефону такие рекомендации? Рекомендации без диагностики. Вы не сможете пальцами... Ну, общие какие-то. Общие какие-то. Но очень многие наши слушатели не знают. Не знают этого, да. Да. Тогда я открыт для общения со всеми. Да. Ну, и вас можно будет найти в вашей клинике. Да. В Израиле, в Натании. Для израильтян, пожалуйста, да, обращайтесь. Вы к этому фильму, который сейчас вот зафиксируется в Фейсбуке, пожалуйста, в комментариях напишите свои контактные данные, да, все. Я их перенесу уже в YouTube несколько позже, все эти контактные данные. Я как раз вот сейчас моргнул вашему ассистенту. В студии, да, вашему ассистенту присутствует. И я как раз моргнул, потому что всю техническую часть выполняет. Он ведет, у него это очень хорошо получается, значительно лучше, чем у меня. Но это нормально. Все. Максим, спасибо большое. Спасибо, мы заканчиваем. Вам, благодарю. Спасибо нашим зрителям и слушателям. Я очень надеюсь, что наши советы или тот разговор, который мы провели в вашем присутствии, поможет вам в вашей жизни, в ваших отношениях с вашими детьми. И это, в свою очередь, улучшит их здоровье. Будьте здоровы, приходите в следующую субботу. Я обещаю вам, что у меня будет интересная передача, интересный гость.